Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов, и сегодня я подготовил для вас бесплатный прогноз на товарищеские матчи между такими сборными, как Испания и Португалия. Перед тем, как начать, напомню, что помимо YouTube-канала у меня есть также Telegram-канал, где ежедневно делюсь бесплатными прогнозами как по линии, так и в лайве. Поэтому, если вам это интересно, ссылочку я оставлю в описании. Также в сегодняшнем видео я проведу для вас некоторый традиционный розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть 1000 рублей на халяву. Условия конкурса будут в конце видео, поэтому досматривайте его до конца. Что ж, а мы с вами возвращаемся к разбору матча Испания-Португалия, и давайте же начнем с команды хозяев. Сборная Испании — это в целом команда, состоящая из множества очень качественных и квалифицированных игроков, которые играют в топ-клубах. Но они хороши не только по отдельности в разных клубах, но и в общей сборной они также показывают отличные результаты. В последних 15 матчах у них всего лишь одно поражение. Да, в гостях периодически у испанцев возникают определенные проблемы. Например, в 2020 году у них было 3 матча подряд, где они не смогли победить. Дважды сыграли ничего, один раз проиграли. Но вот у себя дома результаты более чем достойны. Испанцы у себя дома за 11 последних матчей сыграли всего лишь один раз в ничью. И то это был матч с греками, где греки нанесли всего лишь один удар. И вот нанесен с точки пенальти. Что же касаемо сборной Португалии, то это также сильная сборная, у которой есть большое количество отличных футболистов, что стоит один Криштиану Роналду. Да, конечно, он стареет и провел не самый лучший сезон в Ювентусе, но в любом случае этот игрок очень важен для своей страны. В 20 последних матчах у сборной Португалии всего лишь 2 поражения. Что касаемо гостевых игр, то здесь в целом португальцы тоже показывают неплохую игру, у них 1 поражение, 3 ничьи и 6 побед. Что ж, друзья, перед тем, как уже подвести итог, огласить сам прогноз, хочу вам порекомендовать букмекерскую контору, которую ставлю лично я, это BKMLB. Это букмекерская контора с самой широкой линии в СНГ, там есть любой матч, любой исход, который вам по душе, ну а что самое главное, вы абсолютно точно можете ей доверять. А если плюс ко всему еще и воспользуетесь промокодом, который сейчас видите на экране, то можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, ведя его при регистрации. То есть при регистрации вводите данный промокод, после чего просто пополняйте свой счет. Допустим, пополнили на 1000, получили 2000, пополнили на 5, получили 10, пополнили на 10, получили 20. Арифметика простая, уберет каждому оно придется по душе. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите, пользуйтесь, пока мобайл найдет вам такую возможность. Что хотелось бы сказать по итогу. Несмотря на то, что матч этот товарищеский, он все равно имеет большое значение, так как это уже контрольный матч, когда тренера смотрят, какой состав будет уже играть на Евро. Евро приближается, соответственно, намерение исключительно серьезное у обеих команд. Но все-таки сборная Испании, на мой взгляд, здесь выглядит более предпочтительнее. Во-первых, команда играет дома. Как мы с вами заметили, испанцы дома – это очень грозная сила. Ну и плюс ко всему, набор игроков там все-таки классом повыше. И также стоит отметить еще один факт, что в очных встречах португальцы выигрывали всего лишь один раз из 5 последних матчей. Поэтому моей ставкой в этом матче будет победа сборной Испании с учетом форы 0. А теперь давайте вернемся к конкурсу, о котором я говорил еще в начале видео. Что же нужно сделать для того, чтобы выиграть приз 1000 рублей? Первое, что вам нужно сделать, это поставить палец вверх этому видео. Второе, подписаться на мой YouTube-канал. И третье, написать в комментариях точный счет к этому матчу. Сразу скажу о том, что помимо самого счета, нужно также написать команду, которую вы отдаете предпочтение. В случае же, если вы просто напишете цифры типа 1-0, 4-0, 2-2, это не будет учитываться. Обязательно пишем команду и также в случае ничьи пишем ничья и, допустим, счет 1-1. В случае, если угадавших будет несколько, победитель будет выявляться рандомным образом. Поэтому, если вы угадали точный счет, это еще не значит, что вы победили. Дождитесь, пока вас огласят победителем в одном из роликов, и после чего с вами свяжется мой менеджер в обсуждениях вашего канала. На этом видео подходит к концу. Подписавшись также, друзья, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео, ни одного прогноза и розыгрыша. С вами же был Артур Романов. Желаю всем удачи и всем пока.